Товарищ гвардии полковник, 38-й отдельный гвардейский полк связи. Во знаменование 88-й годовщины образования воздушно-десантных войск построен. Судьба сельского поселения Медвежье-Озерское неразрывно связана с воздушно-десантными войсками с августа 1972 года, когда сюда был передислоцирован 691-й отдельный батальон связи ВДВ. Поэтому 88-й день рождения воздушно-десантных войск – это без преувеличения праздник всего поселения. По уважительной причине медвежьеозерские десантники отмечали профессиональный праздник не 2, а 3 августа. Накануне личный состав вместе с полицией обеспечивал охрану общественного порядка в Москве в местах массовых гуляний уже отслуживших десантников. Бывших-то, как известно, не бывает. И так совпало, что сегодня отмечает день рождения гвардии полковник Алексей Гамбург, командир полка с 2014 года. Наши с вами заклятые враги знают, что пока мы стоим здесь в строю, на Россию нечего поднимать голос. И я уверен, что словом и делом мы достойно выполним поставленные перед нами задачи. Поздравить и командира, и весь личный состав приехали почетные гости. Очень уважают здесь генерал-майора Романа Кутузова. Он командовал полком в начале 2000-х. И, конечно, ждали главу Щелковского района Алексея Валова. Мы горды тем, что на территории Щелковского района находится элита воинской славы, элита армии России. Мы верим в вас. Десятки военнослужащих полка связи ВДВ в честь праздника были награждены медалями, получили подарки и грамоты, а кому-то пришивать на форму новые погоны. С 2005 года служит в ВДВ гвардии майор Сергей Чернявский. Входит в состав знаменной группы, а это доверяют только лучшим. Воздушно-десантная служба является одним из приоритетов и является состоянием души. Это как для моряка море, для десантников это воздух, прыжки с самолетом, ну и дисциплина. Никто кроме нас, как говорится. Глава сельского поселения Медвежье-Озерское Владимир Канахин не просто руководит территорией, на которой дислоцируется полк ВДВ. У него двойной праздник. Служил в десантных войсках в Киргизской ССР город Ош, 70-й и 72-й год, имея 18 прыжков. Сегодня власти поселения совместно с руководством района и области помогают армии решать бытовые вопросы военнослужащих. В Медвежках рядом с полком на землях Минобороны построены и постепенно заселяются 8 многоквартирных домов. В связи с тем, что прибавится население, соответственно, глава района и правительство Московской области решили вопрос. Скажем, планировался один садик, построили два. Строится школа одна и планируется, идет уже проектировка второй в новом городке, потому что, в общем-то, для того, чтобы обеспечить наших военнослужащих все социальными нуждами. У России есть два союзника, это армия и флот. И пока они будут боеготовы, нашей России ничего не страшно. Я с удовольствием смотрел на офицеров, на солдат и понимал, что оборона нашей страны в надежных руках. Никто, кроме нас, слав ВДВ. А желают десантникам в их праздник четкого отделения, плавного снижения и мягкого приземления. И, конечно, мирного неба. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».